Руководство башкирских распределительных электрических сетей пытается через суд взыскать 629 миллионов рублей неосновательного обогащения и процентов с компанией «Башинформсвязь». Соответствующий иск подан в арбитражный суд Башкортостана. Как сообщает издание «Коммерсант», причины для обращения в арбитраж для «Башрес» подконтрольной акционерной финансовой корпорации «Система» стало неисполнение обязательств по договорам аренды телеком-операторам, входящим в структуру Ростелекома. По информации издания, в сумму исков включено 544 миллиона неосновательного обогащения и 77 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Отмечу, сумма иска соразмерна 3/4 чистой прибыли Башинформсвязи за 2016 год. Рассмотрение дела назначено на 26 сентября.